Потом быстро-быстро едет, а потом... Вот давай, вот сейчас. Вот это хорош. Это хороший, но это будет желтый, наверное. Или красный. Он выйдет, да, если фиолетовый. Не, желтый будет. Может даже... Даже зеленый будет. Не-не, зеленый ты должен быть. Нет, красный не будет. Он красный, все. Защита на красный, я считаю. Не, желтый будет. Желтый должен быть, да. Ну, желтый, ладно, желтый железный. Ля, Лиза, поймала. Сейчас я тебе дам. Рыбу фугу. Сейчас дырявый сапог. Вкусно. Такой имп выпрыгивает такой из воды. Ты чё, ебать? Маргарита. Маргарита. Бля, где же мне достать-то? Да, кстати, что ты импа Маргарита называй теперь, а? Максим настолько не верил в мою рыбалку, что даже призы не были заготовлены. Поймал, ебать. Алькор, кстати, да, сумки научился делать или нет? Или... Какие сумки? Это надо каждый... Металлические. Это же простейшая вещь, тебе надо было узнать у него, расспросить, типа. Это же простейшая вещь, блядь. Могу гроб сколотить металлический. Железный, охуенно. На вот, держи. Выловила, положил. Медузу. О, заморская. Устанавливает умение. Неплохо. О, устанавливает умение в бою, вот это круто. Так, вот, вот смотрите, у нас у графона есть кобальт. Кобальт, а, это энергоблоки, графон? Это не руда. Давай. Есть. Спасибо. Это я могу в бою съесть, Максим, да? Да, да, конечно. А, все, заебись. Потратить ход, я так понимаю, восстановить умение. В смысле тратить? Ты можешь восстанавливать... Между это боями, еда, да. Ты можешь ее в свой ход использовать. Нет, да, в свой ход. Ход, удар и использование да. предмета. Значит, а, окей. Да. Графон, так. Энергоблок, это же не руда, да? Нет. Ну, это типа батарейка. О. Я не могу придумать из двух кобальтов и батарейки. Сори. Получается. Это... У меня есть 300 ну монет, либо мы хаваем припасы, либо мы хаваем за 300 монет, идеи. Я говорю, ну если мы похаваем припасы, то скиллы восстанавливаются. Я говорю, я сейчас могу расхиляться, и мы восстановимся потом. Не понял. Ну мне похиляться надо. У меня 105... А припасы хп не хиляют? Припасы хп не хиляют. Ну хиляют, но там 15 или 20 там от силы. Ну, а сколько у тебя зарядов? Лиза, я тебе заготовил. У тебя сейчас 4 заряда? Рыбки. 4 заряда силы. Рыбки, рыбки. А ты можешь всех попробовать похилить, а потом съедим припасы? Ну да, я про это и говорю. Ну да, так и делаем, давай. 4 заряда у графона, давай кидай там эти... Ну давай, Лиза, сколько у тебя максимум хп? Правда, больше. Лиза, получается 70 вроде бы. А, 70 и плюс левела. Ну, я не знаю, сколько у Лизы левелов. Я тоже. Ладно, так, у меня 65 всего, сразу говорю. Ну, это сколько у тебя максимум? 65 максимум. Сейчас 65, у Лизы тоже 65. У тебя нормально хилка это, ну, типа... Спасибо, Лиза. Еда восстановит более-менее. Потом... Ты не ешь, да. У Димки нормально, у Раду. У меня... У тебя сколько максимум? Мне 34, максимум 60. Ну, ухиляй себя, блядь. Ясно. Похиляй себя. Похилять бы с критом, блядь, чтоб на 56, нахуй, как похиляться со всей силой, блядь. Выкинешь этот крит, ладно, хиляю себя. Угу. С критом. Давай. Блесс РНГ, ну нолик, блядь. Ну нолик, ни разу не выпадал. На 28. Демоническая рука может стоить подлянки для хозяина, в смысле? Блядь. Ты чё? Все? Ну погоди, еще кого-то надо похилить. А сколько у тебя максимум хп? У меня да, максимум, пожалуйста, если у меня можно. 105. Так хиляйся, ебачок, что ты. Ладно, хиляю себя еще раз с критом. А ты же знаешь, что его не будет. Я значит... знаю, бля, вот реально, хули этот кубик кидать, в принципе. Время блядь. Взять магический ну, крит на 4. А вот смотрите, это как кидают нули нормальные мужчины. Давай. Ой. Так, а мужчины нормальные будут? Вот, да. Спасибо, Лиз. Да, Курс, у тебя хп 65. Так, все, у меня два заряда осталось. Я думаю, с припасов у меня дохилит. Я тоже так думаю. У Лизы сколько хп максимум у Лизы? Ну, хиляй Лизу. Лизу, хиляю Лизу. С критом или без похилить? Запомни, наверное, без крита, потому что у нее... Я бы вообще, может, вторую руку продать и сделать вместо них удочки. Да, 56. Так, и кого? Еще одного могу похилять кого-то. Ну, у меня 34 или... сколько у тебя, Алькор?
65? Максимум 65, да. Но а я могу... если припасы съедим, я один раз похиляюсь и там... А блядь, никто... чат за фотошоп... Сделайте картинку, блядь, в группу ВКонтакте, залейте. Вместо рук две удочки, ебать. Гений бизнеса, нахуй. А у тебя, Алькор, сколько хп нету? 65, сколько у меня сейчас, можешь посмотреть? 42. 20 в бою рыбачить. Ну, давай, Радос, тогда похиляем. 26 и 23. На 28 тебе хиляю. Это фулл хп. Фулл хп, да. Удочки, кирка, реально фарм, блин, машина. Да. Слушай, вот у меня у оберега есть примерное время действия его или нет? Наживку? Просто да, перманентный. Перманентный, просто такой вопрос, могу ли я где-то попутно кидать его в городе, не, например? Ну это уже уебок, вот. Чтобы потом в будущем он тебя защитил. Да, да, не, я тоже, типа, не, у меня не, в чате да я будет, я тоже считаю, что это слишком как-то имбово. Ну да, да, это типа да хуйня. Это да, это power abuse скиллов. Типа. Это не power abuse, это типа мне просто придется дописать две строчки, что так нельзя. Да. Это же нелогично. Так, насколько меня захилили? Я уже похилили, тебя уже все видели. Да. Ну и все, и тогда припасы юзаем. Лопат, возвращаемся в башню испытаний. Так, юзаем одни припасы, получается, правильно? Юзанули. Юзанули. У всех еще плюс по 15 хп, я так понимаю? По 15, правильно. И ебать, все восстановили свои способности. Нет? Да. Припасы отдай? А, дал припасы. Да, я отдал. И все, и почти все. Почти все. Бля, может к медикам сходим, и ты, графон, спросишь, как курс лечения травм пройдешь? Чтоб тебе чтоб травмы типа. Ну лечить? Да, потому что постоянно. Они тебе не отрастят. Ну, были бы у меня деньги. У Димаса минус нога. Нет, Димас, вроде, Димас, смотри. А нога или рука у Димаса? У меня травмирована нога. Минус рука и минус нога. А я могу при помощи двух кобальдов и энергоблоков сделать ему мех руку? Да не надо мне мех рука. Можешь. Бля, мы делаем квест, так скоро. Будешь тех можешь. Мы можешь, давай можешь. Лучше потом, если у нас сейчас квест, мы квест сделаем на руку как раз. Можешь даже сделать лучше, чем обычное будет. Я из него техножреца Империума сделаю. Он будет техножрец. Только так хуя. Я не жрец, так блядь, вот. Я варлок. Я просто говорю к тому, Димас, то, что выучить меня лечить травмы, обычная хуйня, которая лечит травмы, стоит по 800. И я думаю, чтобы это выучить, ебать, нам 1002 на нахуй минимум, блядь, надо, чтобы меня этому научили. Ну, не узнаешь, не узнаешь. Ну вот, я про это и говорю, типа, это нам, во-первых, надо в столице быть по-любому. Я думаю, там максимально это возможно сделать. И во-вторых, я думаю, мне дадут скилл максимум, дадут на выбор скилл вытянуть по лечению, и это будет еще шанс того, вытяну я лечение ранений или нет. Какая разница, я не думаю, что нам... же. А может мне даже... это вместо руки медузу захуярить, я буду щупальцами бить типа в лицо неприятно. Ебать. Думаю, можно захуярить ему сушить. Стойте, у меня знаете какая мысль? Мы же кобальт не продали? Ну да. Нет. А ты не можешь мне мой лук зачаровать, раз уж мы не покупаем новое оружие, например, ну, прихреначить наконечники кобальтовых стрел на увеличение урона? А например. Я могу автоперезарядку можешь. Сделать на дробовике? С 50% шансом можешь. Процентным шансом. Раду может перезарядить его на этом же ходу, а может я должен не перезарядить. Кубик, да, это типа, пизда, ты 50 попробуйте. На 50. Ты можешь сделать и на урон, и на точность апгрейды, и на все. Ну, говори, что ты захочешь, и мы с тобой решим. Ух, ё, много. Ну, если бы сделать так, чтобы вообще не требовал перезарядки, было бы, конечно, классно. Типа у Лизы и так вроде, да, мы же тебе, Лиза, делали точку из кобаля, да, уже? И чтобы оружие менять быстро. Мне делали не за точку, мне делали... Ну, чехол, да. чехол для пушки приделали. Чехол нормальный. Да. Причем это может быть любая пушка к этому луку. То есть можешь забрать мясничий секач, там положить какой-нибудь меч или там кинжал. А, у Лизы таскается, потому что у нее апнутый лук, да? Чтобы поменять, нет, она может нет, менять что... оружие да, за один ход. Без пропуска хода. Типа обычно, прикольно. Чтобы вместо атаки ты меняешь оружие, которым дерешься. А Лиза может его менять, когда захочет. Ебать, Лиза как эльф хуярит. Только мясницким секачом. Так она и Леголас ему дырит. Мы как-то с ней лежали держать. После очередной сессии Гоу, она говорит... Дорогой, я, говорит, так хочу закосплеить Леголаса, говорит. Я даже плащ купила, говорит, просто мечтаю. Только ты никому не говори. Ой, это, ладно, играем дальше. О, кстати, это... Так, что решили? Крафтим что-нибудь тогда, пацаны, пробуем. Если хотите, можете попробовать с кобальда скрафтить. Ну попробуйте апгрейд делать. Просто, если мы... Наконечники, наконечники стрел мне хренач. Если мы...
А, кстати, да, Максим, разбор оружия же возможен? Возможен. Бля, рано все продали, о, нахуй. Бля, да. Это, но, так. Я предлагаю, блядь, три копанда. Но там, где, найти... типа, чтобы вы понимали, это будет в два раза дешевле. То есть то оружие, которое крафтится, да, с помощью чего-то, разбирать его вы получите в два раза меньше, да. Угу. Понятное дело. Просто, ну, я бы у нас из вариантов нашел, усилить просто... наконечники Лизи, убрать, точнее добавить не ход на перезарядку, а чтоб Раду либо перезарядил, либо не перезарядил автоматом, и или докопить еще один кобальт и скрафтить пушку. Из да, трех. Просто кобальт это редкая, блядь, тема, и хуй мы найдем еще больше, чтоб ну, скрафтить, поэтому один кобальт найти всяко легче или проще купить. Потому что мы их продаем по 250, а покупать мы им будем, блядь, под охуище. Ты под это сказал прям в группе и смотришь, поднимаешь глаза и видишь. Продажа кобальда, акция по 500. Уенно. Ну слушай, кобальд так-то дорогой. Кобальд так-то дорогой, я говорил. Ну можно попробовать толкнуть батарею и купить кобальд и попробовать из него что-то скрафтить. Давай подойдем, спросим там, где кобальд продают, за сколько они батарею возьмут. Или медузу впарить, она подходишь. Вообще ничего не стоила. Здрасте. Здорово. Смотрите, у нас тут есть батареечка. Поцелуемся? Давай. Ммм, вкуснотишка. Какая, показывай. Вот такая вот батареечка, очень интересная, из одного... О, говорит, заряженная, сильного механизма. Да, я понимаю, говорит, что это такое. Это хуйня, дварфы заряжают всякие свои штучки, дрючки, блядь. Да, механизмы свои крутые. Очень хорошо, что заряд есть, он даже, блядь, не сел, это довольно удивительно. Они, знаешь, расходные, когда заканчиваешь, чтобы их зарядить, нужно хуярить хуй знает куда там, в подземелье гномов, и там их заряжать. Как достать-то удалось? Да, там это, имели дело там с одним механизмом, так сказать, ремонтировали. И вот такая вот батареечка была. И поменяли, так сказать, этот... Жестко, говорит, 500. План питания поменяли, и вот батарейка осталась. 500, говорит, я возьму. 500. А сколько кобальт? Лучше цены можно... не найдешь в этом городе. А за сколько кобальт можно у тебя 500. Купить? 500 можно купить. И купить, и у. И купить, и у. И у. Можно обменять, типа, его на кобальт и сделать что-то из кобальда из трех штук. Ну что, будем траить или кобальт потрачу? Пытаюсь понять, сколько кобальда я потрачу, чтобы заточить... Нет, из трех кобальтов мы новую шмотку прям можем сделать. Хочу сделать так, чтобы перезарядка до дробовике... Две кобальтовые руды. Две кобальтовые. А если я хочу сделать, чтобы лук стрелял сильнее, наконечники пиздатые? Одна кобальтовая руда. Одна кобальтовая руда, либо три железных? О! Интересно уже. Интересно, а почем железо? По 200, наверное? Разобрав железный меч, мы точно получим железный слиток один. Мы железо, говорит, продаем, дамочка, по 150. Mm-hmm. А сколько железа надо для наконечников? Два железа. Два, будет, это ж хуйня 3. Вообще. Так вот, давайте купим, нет. У нас есть 300 монет, возьмем два железа и нужно сделаем наконечник. Нужно три железа на наконечник, а у нас на два хватает. Mm-hmm. Вот о чем. А у нас у кого-то железо было, блядь, где там? Или не было? В инвентаре где-то? Ну вон, у Арсюхи, блядь, железо нахуй лежит. Захожу в чат Димасу, там, Димас, ногу меняй на металлическую, и руку, Димас, руку, кобальтовую руку, Димас, и ногу не забудь, ногу кобальтовую тоже надо. Из одного кусочка вытяну кобальта. Конечности, собираем Димаса по частям, блядь. Там ее уже столько всего продолжили. Инсайз, спасибо большое за рейд. Оно отдельно, да? Вообще. Здорово, рейдерам. Смотрите, у Арсения можно железо спиздить, отдать все деньги, тогда вот у нас эти будет штуки вообще три железа у нас будет. Скрафтим наконечники для Лизы, купим за энергоблоки один кобальт и три кобальда перекрафтим в пушку. Фух. Как вам такое? Погоди, еще раз. Смотри, если вещи из инвентаря можно между игроками перемещать, как я помню, в начале было. По крайней мере, члену с костей, что? Ну ладно. То можно... Можно спиздить у Арсения железо, купить за наши 300 рублей два железа, скрафтить Лизе наконечники, продать энергоблоки, купить кобальт и из кобальда скрафтить... Можно спиздить железо у Арсения. Ну так мы и хотим так сделать. Так я спрашиваю гейммастера. Поберите, блядь. Единственный вопрос, не устану ли я после первого крафта. Вот сейчас мы возьмем, продадимся, купим, а на второй крафт у меня сил не будет. Я вот думаю, пока Арсений лежит, спит, ты можешь его кольцо еще взять, тоже нормально. Нет, кольцо биндинг. Нет, кольцо нельзя. Ага. Короче, берем железо, вот еще 300 голды. Пожалуйста, дайте нам еще два железа. Два железа, 300, пожалуйста.
Вот они. Вот они. О, а товарищи, пожалуйста, товарищи, поменяйте нам один энергоблок, пожалуйста. О, член из костей, соточка. Даю. В смысле? Это древний артефакт. Да это обычный скелет таких, блядь, дохуя хуй. Энергоблок на один кобальт и руду, пожалуйста. Одна кобальтовая руда. Дайте посмотреть на нее у вас. Ага, спасибо, Вов. Засуну обратно в Арсюхи члены. Точно нет. Так, что первым делаю, с кобальдом или с железом наконечник для лиза? А ты хочешь из кобальда делать оружие или нежели какой-то комплект снаряжения? Посмотрим, я... Просто я не знаю, по оружию. Смотри, я... Что вот, нам смотри. Нужно по оружию? К 3 кобальда могу на пушку, 2 кобальда могу на... у Радоса будет 50% шанс автоперезарядки на пушке. Ну и нахуй мы третий кобальд тогда покупали. Так зачем мы покупали третий кобальд? Чисто отдельная пушка, я же говорю. В смысле отдельно? Ты с одного кобальда пушку не скрафтишь. С одного кобальда ничего не сделаешь. Ты можешь нет, 3 максимум... кобальда вместе дадут. Знаешь, что ты можешь максимум сделать? 3 куска. Ты можешь максимум сделать из железа что-то и добавить сверху апгрейд кобальтовое. А, да? Это максимум ты можешь так сделать, да. Да, Максим же говорил, ты можешь скрафтить, допустим, Максим сказал, не, Максим сказал, из кобальта, он не говорил про железо, он говорил 3 базовых, ну, 3 куска чего-то, то есть... И потом нужно все лучше и лучше, то есть, допустим, а я не могу из 3 кобальтов скрафтить что-то, оружие? Можешь, можешь. Оно будет лучше, чем оружие из 3 кобальтов? Конечно. Определенно. Конечно, да. Я про это вам и говорю, я могу из 3 кобальтов пушку скрафтить. Да, но тогда зачем железо? Дарков может быть 3 железа нужен, наконечник для Лизы. Короче, блять, упрощаю нахуй. Крафтится все из 3, только из 3. И руда должна быть одинакового типа. Все. Все, отлично. Всё. Давайте наконечник для Лизы сделаем из железа. Хотите? Она будет сильнее хуярить. Да. Все, давай, делай, пожалуйста. Что надо сделать? Ну как ты думаешь? Кидать, блядь, шарик. Блядь. Если проебешь, я заберу одно железо. Если не проебешь, то заточишь всеми тремя сразу. Ой, бля. Ох, ебать. Пробный либо получим кидать легендарную заточку, давай. Мне кажется, Лиза, ты... Она что, скажи, что урон делаешь, да? Ты получишь урон? Заточку на плюс 5, да. По максимум. Да, урон. Наконечники для стрел захуяриваешь. Давай, погнал. Только не надо потом мне говорить, и мы меняем лук на стрелы, мы оставляем с наконечниками. Ну да. Нет, так не будет. До каждого лука свои стрелы. А, нихуя себе. Да ладно, 3 железа это. Ладно, все равно. Это пробный, да? Да, это сейчас пробненький. Фу, блять. Не, ну ты что, я первый раз кидаю в игре. Я просто смотрю, что как. Ага. Ну все, я готов в целом. Готов. Не, ты куда, блядь, заступи, пожалуйста. Все, погнал. Бля, давай алькор фиолетовую нахуй делай. Нельзя обосраться! Он упал вниз, вы видели? Даже не докатился. Не включайте, там пинг сразу прыгает. От песни пинг прыгает, Максим. Ну что ж ты? Я не знаю, чего, но... Телевизор выключите, у кого телевизор в комнате включен? Я не могу нормально кинуть кубик, блядь. Дима, хватит. Блядь, кто сегодня ел чеснок, блядь? Не могу никак попасть в моба, блядь, вампира ебаного, блядь. Это хорошо, Алькор. Не, он лаганул. Алькор просто идеально. Это красное, это красное, ебать. Это красное. Это красное. Да красное, ладно. Максим уже стол переворачивает уже этот в другую сторону. Если не фиолетовое. Не, фиолетовый не будет. Давайте! Не докатится, не. Дуйте! Дуем, но не помогает. Не, ну слушай, ну почти фиолетовое. Бля. Нормально, ебать. Ну на красную. Плюс 3 урона к пушке. И это все? Вау, это да что говоря, я этого и ожидал. Я думал, не больше 5 точно. Плюс 1, плюс 2, плюс 3. А, за каждый кружок? Да. А если фиолетовый попал, плюс 4 было бы? Если фиолетовый, я бы тебе ресурсы верну. Нихуя! Ну шо, пацаны, из кобальта крафтим пушку. Если ты повторишь такой же бросок, не, ну смотри, это, Алькор, какая пушка нам нужна? На кого? Хотя, слышь, давай так. 1, 2 и красные 4. Плюс 4 урона. О, ну это уже лучше. Потому что в красную хуй попадешь, надо... Не, ну плюс 4 урон нормально, а еще плюс с условием того, что у Лизы, по-моему, с каждым попаданием все пизже и пизже, она начинает хуярить как бешеная. Я хуярю как бешеная. Ну, тогда, раз так работает. И нам никому пушка не нужна, да, вообще? Ну, реально, магическая только. Магическая только, да. Только магическая. Просто... Слушайте, а у нас вообще может кто-то зачарованию обучиться? А магическая делается... А, подождите-ка. Смотри, в крафте описано магический. 3 куска плюс 1 кусок плюс 1 кусок. Это, я так понимаю, не магическая пушка, а просто зачарованная пушка. Это крафт у тебя написан только. А, да? В ноутбуке вон там крафт. Все.
Но в записке у меня крафт есть отдельно. Ну, типа, у меня вкладочка. Ну да, но у меня недоступно. Тебе доступно? Да, у меня доступно. А, ну значит, тебе открыли. Да, ты так сделал, Максим? Нет. Нет, я не делал, блядь. А почему она открылась? А, она открыта для розового, блядь. У каждого свой цвет. Так сейчас я, ебать, вот так вот сделаю, нахуй. Ты чё? Теперь я свою тоже. Там задания были, блядь, нахуй ты задания закрыл? Верни кран. Подожди, а это все задания, которые есть или которые мы делали? Стой, да, ты ж, ебать, не читай! Я закрыл язык. Я думал, это наши. Блин, за тему минус гоп, всем спасибо, расходимся. Пиздец ты, конечно. Да я не читал, я только начал читать и спросил. Я, господи, одну спросочку почитал. Боже, блядь, все спалили, суки. Да я все равно ничего не прочитал, похуй. Потом Дима занял. Блядь, там, так я же... Клип, пизда. И что, блядь, то, что клип? Мы-то не смотрим, блядь. Да, мы не будем, нам похуй. Я прочитал эту строчку и спросил, блядь. Давайте решим, что мы сделаем. Так, давай тогда смотри, как. Я просто предлагаю, Димас, я возьму... Димас, смотри, магические предметы идут на либо плюс заклинание, либо на плюс урон от спелла. Какое тебе заклинание еще нужно? Это первое. И какой у тебя урон от спеллов? У меня спеллов нету. Ну вот я про это и говорю. Ну типа да, усиление бы как-то заклинание, блядь, за... Что-то нет, такое бы. Просто понимаешь, усиление заклинания, ну я как знаю, есть либо плюс заклинания, либо плюс... Урон от заклинания. Ну вот смотри, вот я призыватель, мне бы как-то улучшить свою призывательную хуйню, кроме как нет, улучшения скилла, нет. Я не знаю как. Нет, вот именно, Димас, ты именно у магов можешь загрейдить свой скилл. Ну да, скилл, а смысл но... мне сейчас тогда оружие, если все равно... Ну вот, я к этому и веду, типа. От магического оружия на тебя можно сейчас профита не сделать будет. Можно из кобальта сделать не только оружие, можно из кобальта сделать украшение. Да, можно шлем какой-нибудь, поножи, украшения. Да. Украшения, кольца смотрите, какие-то. Смотрите, типа. Есть два варианта. Я тебе открыл пижуха, крафт, если что, кстати, читаю. Кстати, да, амулеты. Пицца. Ага. Рубиновый можно шлем какой-нибудь сделать. Еще что-нибудь. А, я могу есть и магический. Есть все мало. Интересно. Спасибо за донат. Улучшение уже по этому идет. Угу. Алькор, давай хуярь магический шлем, нахуй. Ну смотри. Есть два варианта. Либо давай я делаю сейчас. Бижутерию. Посмотри, либо я делаю сейчас часть брони, либо за два кобальта я пробую. Потому что сказали, что два кобальта можно. За два кобальта я пробую сделать у радуги 50% шанс на перезарядку. И если промахиваюсь, у меня один ресурс уходит, и я еще одна попытка использую. Либо я сразу беру три кобальта и пытаюсь, например, сделать броню. Или шлем. Или бижу. Решайте. То есть у нас будет либо одна попытка на защитные разные. Я, честно, не особо претендую, чтобы мне делали... А на бижу тоже три надо, да? Ну, наверное, эту да. Штуку. На любой крафт три куска. Поэтому... Ну, конечно, было бы охуенно стрелять, бля, по 50 каждый раунд. Так-то да. Давай. Ну что, попробуем тогда? Да. Что, по два? То есть ну, я давай. Использую... Да? Рискнем. Ну, давай. Ну, давай, всё, только отлично. Это, давай. Крути эту хуйню. Так, сначала я два кобальда беру. Всё, два что ты делаешь? Что ты делаешь? Я пытаюсь улучшение для дробовика. Улучшить дробовик, чтобы он 50% шанс на перезарядку был. Пожалуйста. Нет, ты знаешь, зависит от того, как ты кинешь, столько шансов будет. Бля. Так что подумай еще раз. Да, это смотри, типа, это получается 25%, 50%, 75% и 100%, нахуй. Да, Максим, так? Тут знает, не попробуешь, не узнаешь. Я понял, блядь. Смотри, нет, на самом деле 5%, блядь, 10, 15 и 25, все, кидай. Что за хуйню ты несешь? 5, 10, 2, 0. Короче, а если я промахиваюсь, то один кусок руды забирается. Ну, правильно? Ну да. Все. Ну, Максим так объяснял. На чем получается? Давай кидай. Нихуя, стой, бля. Ну что, кидаю. Мы просто уже слишком много времени тратим на это. Ну это ладно, надо похуй, уже делать один, просто. Да, кидай, да. Кидай. Еще один кобальт и сделаешь оружие. Пожалуйста. Мы уже проебали, а у нас денег нету на еще один кобальт. Потом. Ну потом, да, мы уже деньги потратили. Можно я пробный кину? Да. Да? Ой, зря я пробный кидал. Блять, похоже. Не, хуёвый. Это хуёвый, это в зеленый. Какой зеленый нахуй? Ну желтый, ладно, желтый становится. Какой желтый нахуй, нет? Это в желтое становится. После ладно. 3. Или... Не, это не желтый, это тоже красный. Как был. Хорошо, что это был не пробный бросок. Блять, рекорд нахуй. Да какого хуя? Да похуй, чувак. Ну, получилось. Давай, рекорд там завару, да. Когда-нибудь время мотай, блять. Придрочусь, как дигл кидать. И все будет заебись.
Опа, хуёво. Он упал. Он упал у меня из руки, ну ладно. Вроде нормально. Не-не, он хуёво, он выпал. Ты что, был рожден, походу был рожден, чтобы кидать эти ебаные шарики. Не, это жёлтые. Да всё ещё. Это максимум жёлтое, да. У нас так хорошо никто ещё не выкидывал, блядь, постоянно. Да. Ну, всё равно нормально. 50%. Ну, там... О, 50% неплохо, слушай. Это один или... Я выбираю, 1-2 или 3-4, верно? Да. Всё. Меня это устраивает, полный, блядь. Сразу один выбирай. Один комбик у нас остался, забирай. Ну, давайте. Меня это полным-полно устраивает. Полным-полно устраивает. Мы заряженные, готовые к приключениям. Я говорю, надо, блядь, так, наконец-то в эту башню в испытаний. В башню испытаний надо идти и делать квест Димасу на руку. У нас сейчас два данжа. У нас башня испытаний и как мы помним... Да тут данж Лиза, мы рипнемся. Хочу в башню испытаний. А пойдемте, может быть, вот тут, руины в шахте. Лиза, не надо. Лиза, Димасу нужна рука. Рука, рука. Ука, ука, блядь, нужна. Ука, джага. Да, ука, джага, ука, ука. Да, ну давайте за рукой Димасу. Зачем? Можем туда сойти тоже. Погнали, погнали. Блин, квест где надо ногу отдать, а? У меня есть примет. Да, можем вместо ноги мне лудочку еще ударить. Я думаю, если можно за две части кобальда Димаса продать, я думаю, надо продавать, да, ребята, хули. Пойдемте Димасу руку уже делать, блядь. Погнали в башню испытаний. Идем. Нахуя мне рука, я без нее нормально. Димас, идем. Тут вам советуют просто посох вместо руки ему вставить, чтобы он сыграл. М-ку, блядь, как в этом, Ганхаусе. Пни, Родос. Давай, Родос. Неплохо. Не красный, уже хорошо. Вы обращаете... Вы шли по тонкому дорогу, по тонкой тропинке горной, которая ведет в ту, куда вам нужно. Но тут произошел резкий обвал, вы успели отскочить, но обвал завалил, кажется, единственную тропинку. Так. Вы вдоль скалы идете. Снизу слева пропасть, справа скала, и перед вами завалило только что. Так. Не можете идти дальше, не получается. Идея, мы должны сделать мостик. Можем ли мы разобрать завал? У нас есть кузнец, мы ищем бревна. Да, так вполне. Какие бревна? Но нужно быть, типа, выносливым для этого или сильным. Ну, а если мы вдвоем с Алькором попытаемся? У нас есть сильные и выносливые, как бы. Если так. Мы с Алькором вдвоем попытаемся? Типа, командную работу, командные кубики будем бросать. Командные кубики? А я не могу поискать пока обходной путь. Ну, тут командный кубик только поможет выносливый и сильный, если есть такие. Да, выносливый и сильный. Хорошо, смотрите, давайте... Я на двойку силен. Вот как мы поступим. Это будет общая проверка силы выносливости для вас. Для вас двоих 9. А если хорошо. Я тоже сильный? Я тоже сильный на тройку. Ну, выбирайте, кто... А, для троих? Ну... На тройку сильный? Нет. Хорошо. Я тоже сильный. Ну это ошибка, Раду, сейчас больше будет проверочных. Так, наоборот, легче тренды, не? 9. Так, стой, это 13. 13 будет. Я кидаю 5. Кубик еще шестигранный, чувак. Чувак, я кидаю шестигранный кубик. Так, один общий кубик будет, Родос, командный. Да, Нет, не один, каждый будет кидать, и каждый будет считать, сколько вклад он вносит. О, да. Ну, да. Так ты еще и не понял, все нормально. 13 же, да? 13. Да, я скейлю в меньшую сторону. Изначально было 6, если бы один делал, если что. А, ну все. Ну, чем больше, тем лучше, по идее. Давайте я первый начну, допустим, шестерочки. Хорошо. Ой, это кубик уже есть тут. Да. Ну шо, удача моя, блядь. А, это вы такой кубик кидаете? Потому что... Да блин! Нельзя обосраться! Бля, а с радуги у нас 3. Алькор, на мне может зеро... Мёрш, мне 14 кубик сразу должен заюзать. Димас может подкинуть своим скидом. Я могу, я сейчас должен заюзать или могу потом перекинуть? Нет, сейчас. Следующий кубик перекроет результат. Блять, да я думаю, мы с Алькором кинем, это хуйня вообще. Смотри. В смысле, так вам не на кубик кидаете. Вы не такой кубик кидаете, чувак. Я понимаю, смотри, Раду, смотри, у нас командный идет зачет. У меня зачет идет. А погоди, Максим, нам нужно. Вам нужно 12, чувак, вы хуй выбросите 12. Почему 12? Сколько ты дал им силы? 3. 4? Как нихуя, если ты выкинул 1, блять, и у тебя 3 силы? Да. Я вижу, у тебя, блядь, 2 силы. 3, не там смотришь, вот тут, вот на табличке. 3, я там не исправил, 4. Значит. Тогда им нужно 9 на двоих. Так да. Это же хуйня. Все так же, как и было, я же тебе говорю. С меня, смотри, Графот, подожди, пассивно, математика Альпорт. Простая. Нам нужно было 9 на двоих, правильно? Да. У Родоса 3 силы. Нам сказали тогда 13 на троих. У Родоса всегда 4 есть железно. Идеально, если он нам играл бы и выбросил хотя бы больше одного, вот, он уже все. Внес бы вклад. Он не проигрышный. Понял? Окей. Это смотри, математика простая, с меня идет 4 пассивные. Если я даже кину 1,
То у тебя 5. То у меня будет 5, да. А у тебя? А, так все, авто это. Пицца, пицца. У нас автопроход. Ну все, ебать, раскидали, раскинули, раскуинули, все, ебать, можно проходить. Дошли спокойно до башни испытаний. Спасибо. Ох, за предложение. Здорово, ну все, мы заходим в башню испытаний. Тогда съебались нахуй. Все с доски. Ебались, я кубики спизжу. Кубики давай я, ну или ты. Ну ладно, ну да любой. Не кладите их. Я не кладу, я же держу их в руках. А, Б? Прошлый давайте, раз мы как, вроде как... заходили, может? Да. Давайте так же зайдем. Давайте так же, да. А, давайте так же. Опа, он упал на... Да. Ой-ой. Залочишь, да, я потом... Да, конечно. Тюх-тюх-тюх. Бля, здорово сильно. Чуть-чуть уменьшил. Да? Да. Вроде нормально. Зафиксировали его? Да, походу. Да-да-да. Кидайте их. Где мы? У нас кто-то лишний. А, вот тут. Кого мы схватили? Полутерентий. А вы вообще не тех взяли, пацаны, потому что вот мы. Не, вот ну, Лиза вот... еще одна, и еще одна Лиза. А, так блядь. Вот, вот мы. Вот я. А, это старые мы, которые старые. Улетели. Вот я нашли. О, мы нашли. Они в руинах были все это время. Да. Уберите вот этих вот. Старые. Вот это новые и плюс Лиза. Да. Все. А мы стоим в любой точке, точке А, да? Да. В любой точке, точке А. Теперь ваш ход, в соответствии, пожалуйста, как помните, мы раньше всегда делали. Так, дисциплинированно. Вот, и теперь так. стойте. Я сразу говорю, ребята, ну вот, Максим, когда мы в данже, сейчас я могу заранее раскидать баблы, когда мы уже в данже? В бою, пожалуйста. Окей, все окей. Так мы ходим, мы же ходим... А что за баблы у тебя? Ну, бабл, типа... Мы же ходим как в обычный, не? Понял, вы вижу. Ходите как в обычный свой файл. Ход. Да. Да, я про сейчас и спросил, типа, я ж, ну, в бою. Ну давай, раскидывай. В могу принципе, раскидать. В принципе, это не проблема, да, я тоже думаю. На кого кидать бабл? На Алькора. Это же давай. Дан, что это так тяжело для вас. Тот, кто вперед выходит, наверное. Алькора, давай. Давай, на Алькора кидаю бабл. У меня получается... Сейчас я проверю. 6, да, все, кроме единицы, блять. А, блять, подожди. А, да нет, вы никого. Вы убили медведя, да? Да. Ну да. Промежуток у всех, пока вы не пошли. А что за промежуток? Это скилл или. Да, это скилл. Просто скилл и все, да? Да, скилл и все. И плюс 5 макс хп. Он охуенно. Я не понял, что такое промежуток, но ладно. Промежуточный уровень. Мы тогда отнулись, спасибо. Ну, мы потратили, бля, мы должны были похиляться на халяву, короче. А, блять, я кубик не тот кинул, сука. Ну, а впрочем, хуй с ним, давай, не, впрочем, я буду вам за квесты давать, эксп, все, хуй, никакого промежутка. Нету промежутка? Нету. Бля, уменяйся. Ну, ладно. Так, давай, кидай какой у тебя кубик. Погоди, у меня кубик пятигранный, блять. Тут нет, вот пятигранный, по идее, да? Или вот, или... Да, 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 это нет, это шестигранный, вот пятигранный. Вот пятигранный лежит. Пятигранный, все, кидаю на Алькора бабу. Можно у него имя дать ему, Максим, нет? Кубику пятигранному? Да. Можно. Написать там, допустим, блять. Хорошо. Так, тройка. На Алькоре есть? Написал. На кого еще кинуть? Кроме там иммунитет на один урон, да? 5 граней, окей. 5 граней, нормально. Короче, смотри, на одно попадание у тебя иммунитет. Понял. Да. И на второго, на второго на кого кидать? Divine Shield, знаешь, в этом? Я понял. Кто второй, кто танкует? Я второй. Родос. Все, на Родоса второй. Не, я не танкую, в смысле, я кидаю и отхожу, так что лучше себе потом. Давай беса призову. Но лучше сейчас не стоит, я предлагаю... Сохрани тогда просто. Да, сохрани, но потом, а я сейчас беса призову. Это лучше на крае, да. Короче, Димас, призывай беса. Димас сейчас беса призовет с нами, чтобы ходил. А, понял. По очереди. Димас, кидай вот этот вот тоже. Все, да? Я вызываю беса своего. Маргарита, Маргарита, выходите, пожалуйста. За вами бряхала, блядь, такси нахуй. Почему до сих пор нету беса в платье? Кто же его напишет? Давай, Алексей. Так, ну, раз, два. Раз, два. Лиза. Раз, два. Беса с собой перетаскивай, Димас. Ага, понял. Я думала сначала... Окей. Блядь, куда я улетел? Я третий, Димас. Перетащил. Окей, я третий тогда. Димас четвертый. Всё, Максим, я мы последний походили. Дохожу. Я рад, ходить еще. Лисей, ходи. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Я осматриваюсь. Дым, искра, пламя, безумие. Везде дым становится такой. И, кажется, из магических клубов дыма появляются какие-то монстры. Ну, ждите. Интерес. Башни испытаний. Ну, вроде те же.
Не, это какой-то... А, нет, это скавины, да. Это другое. Так это крысомыши. Скавины это эти, из Вархаммера. Это крысомыши. Ваш ход. Ой, там один скавин это. Ну я такой подхожу. Стой. Стоп. Погодите. Погоди. Предлагаю такой вариант. Дальника сразу Лиза, хуярить. Алькор, заходите в клетку к этому, к Алькору. Отлично, зашел к себе в клетку, так. Нет, не ты. Ну, точнее, Лиза клетка? И Графона, заходите к себе в клетку. К нему. Лиза придется тогда не стреляет, но бьет. Алькор крутит тоже заварядный, и я тоже туда захожу. А, я понял. В конце крутится. А мы... Тогда я скипну свой ход вначале, дам вам походить. Нет, да, ты не скипаешь, да. Ты просто ждешь, типа, да. А потом я бью. Да, а потом ты, ну, будешь, да, бить. Ты ждешь и будешь последний, да, ходить. Ну, можно. Я же вот этих, получается, достаю по правилам нашим. Да. Вот ты всех вокруг достаешь. Типа вот этих троих как раз ты достанешь. Ну все, давай так и сделаем. Так, заходите ко мне. Я захожу с Алькора. Я стреляю вот в этого. Или стоп. Ты можешь стоп. Дальнего? Ты уже не можешь... А, ты с дробовиком можешь, да. Я могу, да, я же достаю два. Я, парни, почему говорю в этого? Потому что если я стрельну, я могу оттолкнуть одного из этих. Да. Я могу так убить одного стопроцентно. Ну, если пиздану, опять же. Давай, я попробую вот этого пиздануть. Так, вот так. Блять! Еще один полетел. Ага, ну, к сожалению, мимо. Не пиздану. Да, перезарядись. А у тебя перезарядка. Да. Ну, говори, что. Да, 1-2 это перезарядка, 3-4 это не перезарядка. Угу. Жаль тебя. А сколько времени? Не перезарядился. Блядь. Полтретьего ночи. Хорошо, я походил, получается. Так, получается, кто там? Лиза. Ты делаешь шаг к нам. А я могу сделать шаг и потом подождать? А зачем ждать? Ты же можешь ударить. Потому что я хотела сделать нет, шаг, чтобы Алькор ударил, потом отойти и стрельнуть. Нет. Если ты начинаешь ходить, ты начинаешь ходить, все. Потом уже ударить нет. Нет, смотри, ты можешь... Ну, она не может? А, да, все верно. Да, это Максим верно сказал. Окей, я встаю в клетку, я... По кому? Да по ближайшему. Не, я бы по дальнику хуярил. Так нет, она не может стрелять, только бить. А, да, я понял. Ну, давайте это... по правому. Да по кому хочешь. А где? Где? Бью с критом. Пауз. А крит нет, да? По какому? Без крита. По какому? Попала без крита, по правому самому. Это сколько в него? 10. А, ты ножом? Так. Угу. Димас, говори, чтоб фаерболами кидался. Да, я кричу импу. Сможет ли он достать до этого ржавика? Нет, говорит, перекрывает. Но я попробую. Хуярит вот в этого. Ему нужно 6-9. Аграфон попал. Дает... Да. Да, я плюс 1 даю. А, да, попал. Гэтс. А, нужно менять же им, блядь, я что для вас цвет. Бля, ребят, можно дать без цвета, нахуй? Ну, или, давай вам, без... или, давай... или вам важно видеть? Ну, нам желательно понять, что это как. Ну да, так, понимать очень помогает. Мы фоксим же кого-то. Со светом. Тогда ходите, я буду периодически это делать. А, Графониус, делай шаг. Так, я хожу, да, делаю шаг, кого мне ёбнуть? О, у них меняется это, хуйня. Да, красится. Волосы? Угу. Ну это не волосы, а доспех, типа, свет. Смотри, Графона, типа, попробуй, я думал насчет скиллов, типа, понял? Типа, мол, может скилл, который, типа, снимаешь с диспелл? А какой у них диспел? Ну, это же башня испытаний, как бы. И ты это думаешь, что это призванные существа? Ну да, это же маги, они же призывают за то, что... Ну, они как выглядят? Не факт, это башня испытаний. Может похилить... А, подожди, хилить, господи. Возможно, это не призывает башня. Ну, пока не попробуем. Ну, это моя идея, ладно. Ну, или стреляй, или делай, что хочешь. Можешь еще одного, можешь вот этого центрального долбануть, чтобы он тоже немножко по ХП. Да, я тоже думаю. Хотя, ну знаешь, типа по ударам нашим я смотрю, так-то у них вполне нормально ХП. Нормально, ладно, ХП, хуярю, да. Хуярю по вот этому, с критом попытаюсь, блять, может, получится, нахуй. Без шансов. Да. А чем ты, ледяным болтом? Да. Ты говори об этом, сосульки, хуярю ледяным болтом. Угу. Попал, но не критом. На 15. На 15. На 15. Я блокнот себе создам, блять.
Так. Что, ну, так, Димас, ну, стой тогда... там, наверное. К нам да, не... Димас, не двигайся. Я кручусь тогда. Ну, то есть я сначала бью вот по вот этому. Хорошо. С критом, пацаны, без крита? С критом, с критом. Критом, ну, блядь. Ты, конечно, даешь. Ну, давай с критом бью того, кто спереди меня. Мы все умрем. Только два заряда. Тебе дать каунтер, графон? Да, так, если можешь, да. 5. 5 попадаю по нему и, разумеется, юзаю круговой удар. Где ты вообще сидишь? Не, а можешь, можешь им вот сюда мне, на вот эту доску зафигачить, чтоб я скиллы здесь писал по использованию, а то я постоянно путаюсь. Хорошо, сейчас. Здесь, да. Где ты есть, покажи. Вот-вот-вот-вот, вот тут. А. Вот в уголке. Блять, они улетели. Сейчас они прилетят, я их заберу. Да не, можешь мне просто блокнот захуярить. Да не, зачем, так ладно. Удобнее. Короче, а ты должен на силу еще кидать, да? Рефон, да, я сейчас кину, сейчас там разберусь. Тот, что зеленый, давай будет хил. А тот, что такой холодный, холодный будет тогда да. Лед. Отлично. Развлекайся. Очень удобно, спасибо. Так, так все, я попал оружием без крита, вот поэтому и теперь даю круговой удар. Хорошо. Проверка на... Сколько мне нужно? 6 силы. У меня 4 есть, нужно все не единица. Кроме единицы. Угу. Жаль. Нужно абсолютно ловкость выбирать. Ай, как жаль. Нужно будет сейчас... Ай-яй-яй. Я знаю, там подкручиваешь. Что, мы сейчас обосрёмся, я не понимаю. А я не вижу, что там. Один. Вижу. Ну, вот. Сколько ты попал? Сколько ты попал в него? 18 плюс 8, 26. 26. 26. Угу. Надо ловкость мне одну взять, чтобы кубик поменять. Ну, а они, там... так-то, они так-то плотненькие, на а самом там деле. Дает ловкость одна? А, да, мне нужна вторая ловкость, чтобы куб... Не-не-не, ну, точность... три ловкости тебе нужно. А, он куб. Только точность даст, бля. Ловкость, короче, сила. Ладно, ходи, Максим Евгений. А, не, Димас, а Димас не ходит. Димас да. Еще. Я ожидал, да. Димас только может кинуть, что ты можешь кинуть, Димас? Да я фир могу кинуть, но не вижу смысла. Бля, мы же могли Димасу кубью зануть, чтобы Димас кубью занул. Ой. Кстати, а это не ошибка? Не поздно еще юзануть Димасу куб? Перекидывания не было, а... Может перекинуть, почему? Еще ж больше ничего никто не сделал. Ну да. Может, Димас юзует куб, и бахнем этому всего, и будет всем... Ну я не знаю, ну тоже... А блядь. Что еще раз? А что может быть еще лучше просто, пока что? Давай попробуем, все равно не взял этот скилл, блять. Хорошо, давай. Давай попробую перекинуть. А на что? Ты как-то... Он юзает, должен... у него читерский куб, короче. Как это работает? Нужно... Он должен сначала скастовать способности, потом перевернуть... Да, на любую грань. Пер... Да, автоматически... А, на любую грань. Сложность 8. Сложность 8, давай. Это сложнее, чем без. Но у тебя вот этот вот, типа, нормальный куб. 4 и больше, вроде бы. Но... Ебать, красиво. Вот это красиво. Я уже думал, двойка. Эту хуйню в 4? Двойка? Еще раз не понял. Так нет, что, тут четверка? Нет, почти двойка здесь выпала. Почти. А, видно? Да, тут 4. Ну все, круговой захуярил. То есть круговой еще вот этому и вот этому по 26 урона. Вот это хорошо. 26. Идет. А он, получается, так и крит может перекинуть, да, кому-нибудь? Да, да, да. Да, он может любой перекинуть. Любой кубик, да. Пушка же, да. У меня один заряд. Бля, вот сейчас хорошо. Один заряд. Ну, все стало лучше. А Димас сам ходил? Или это вот как раз? Ну, вот Димас сейчас завязал, как бы, сможет оставить. Илы, теперь он может еще походить. Да, это хуйня вне хода. Понял. Угу, все, вспомнил, как работает. Все, мы походили, значит. Все, походили. Так, раз, два. Подошел с бочины и ебашит в Лизу. Ему нужно 5, чтобы попасть, и у него крит на 8. Не тот, не тот кубик, да. Ну вот этот, да хуй с ним, перекину. Блять, как много кубов, сука. Кстати, у меня возникала идея. Мимо. Маленькая. И равновесие потерял. А, не, подожди. Просто мимо. Челик делает подшаг сюда и ебашит в радугу. Ему нужно 5-8. Вот Раду Бабл не хотел, Кавен. Блядь. Часто, бля. Попал. Я уворачиваюсь. Давай, 8 или больше. Наоборот. Бля, Радос. Да, блядь. Не срослось. А где было ебать, Раду, обосраться? Тебе так не везет последние пару сессий. Я даже не представляю, блядь. Ты в лото не играй только. Да, блядь, только с твоей, ну, типа, когда только доставать эту штуку. Так, 20. Нет, радуги как раз по теории вероятности надо пойти играть в лото. 20 и 20, 40, пожалуйста, в себя. 5. Чё потом? 40, блядь, чё Радос там по баблу? Да. Не надо было, а не нужен мне бабл, да не нужен бабл, графон, оставь, ебать.
Так, а черт у нас... Верхний один... ебашит по графону. Давай. Да, самым первым. Он стрелял. Это было 60. 5-8. Ну, итальянский промах. Знак наготове. Как обычно, да. Как обычно. Пыля, и последний бьет по... Я называть итальяшкой. Алексею. Колю его, ебать. Сейчас узнаем, как уколол. На 20 получил дэмэджа. Ну, бабл там, получается, сработал. Угу. Да. Гвоздь программы стреляет по Алексею, ему нужно выкинуть 5-7. И его колю. Нихуя себе, он точный. Заряжает заново. Попадает... Нет, это хуёвый крит. Попает, но с антикритом. Попадает, и ты отбиваешь просто мечом. Да. Все, ход. Да, я ему, кстати, я ему подкрутил, у него 5-8 было. Ну ладно, похуй, не попал, ладненько. Все, у меня все. Без такой, сука! Раз. И закрученным закидывает, ебать, в лукаряна. Вот так, хуйня. Вот так вот по троим, а. Нет, он... По троим. Ему нужно 5-9. Типа так, пум-пум. Ну, а бес номер один, ебать. Заебашь. А бес номер один. Да у них цвета не меняются. Не, поменялся, поменялся. О, у него маска, пол ебла у него поменялась. В глаз попал. Так, ну давайте тогда теперь ходим просто по стандарту. Да. Как есть. Ну я беру и, короче, вот. А не радуга первый? Нет. Вот это вот мечом. Ну, топором, разумеется, топором. Точность какая там, еще раз напомните мне. 4. Вон, с критом его хуярю. Топором. Хорошо. Попал, но без крита получился. Нормально. По кому? 26 урона вот сюда вот. 26 урона вон туда вот. Руку красную, пожалуйста, спасибо. Живой, живой. Блин, надо было скиллом типа бабахнуть. Надо было, да. Я держу скилл до более каких-нибудь боссов, потому что они сами по себе довольно маленькие. Да, это потому что не конец. Всего два этих, всего два заряда. 54. Так, я хожу. Ну, да, блядь. Я понял. Я еще считаю просто тут все залупаю. Да, все хорошо, Максим Евгеньевич. Да, да. Бей, бей, так, бей. Нет. На кого бить? Я не могу стрелять, я не могу ничего сделать. Так, бей вот поэтому. Я не могу бить, чем я бить? У тебя нет вообще ничего? А, вот сюда дробовик. Если я бью, я не перезаряжаюсь. Я вам, кстати, могу показать, как это выглядит. Что именно? Да не надо, перезаряжай. Счет вот этот всех хп? Да. Я скинул вам скриншот, если интересно, можете посмотреть. Я походил, не заходил. Хорошо. Так, я хожу. Жестко. Это урон, который входит ему или чем? Не, это его ну изначальное хп, и потом вот урон, который входит. Который стоит рядом со мной. А может добить вот этого лис, потому что он красный. А я стою и... на него? Да, ну да, один ход. Ну, эскосок одна клетка. Тайтл один, да. Тайтл один. Ну ладно, давайте. Она стреляет, да? Или... Нет. А, бьет рукой. Она только, стоит только, на месте, чтобы... Только 10 урона, если попадает. Попала, ну. Не крит, да? Да. На 10? Да. Чат, там просто он стоит такой. В описании модельки просто одного на цифры не видели. Бля, один хп. У него уже глаз выпадает из позиции. А он уже висит, блять, над полом, можно сказать, но живой. Придется его походу добивать. Я, ну, блять, что я могу сделать? Фирь кого-нибудь. Да, фирь кого-нибудь. Да, одного нужно точно фирить будет. Или вот этого, чтобы он раду не ударил. Давай вот этого, чтобы я не ударил, а ты потом графон не добьешь этого. Рон 4, нет, кстати. Я на тебя бабл повешу, иди ты. Кстати, ты, кстати, можешь еще подойти к нам на клетку, встать и своими 4 уронами добить вот этого пацана. Я думаю, должно... Нет, не у него 0 тайл. Он и он ходит на одну клетку только. Понял. Давай тогда пробуй в этом. Что ты пробуешь? Фернуть его, да, или что? Да, испугать его. Пугай. Пугаю. Типа пятерки в этом кубике. Раду забыл про перезарядку. Нет, Раду. Так, все, отлично. Раду проехал. Теперь он тратит ход на перезарядку. Луки нельзя использовать, если ты в упор стоишь. Это новое правило. Давай. Все, кроме единицы. Бабл на Раду. Готово. Бабл на Раду. Ходи, Максим Евгеньевич. Я опять. Ааа! Этот ебашит по Лизе, ему нужно 5-8.
Можешь вернуться, кстати, Лиза. Я, да, я уворачиваюсь. Ну, 4 или на желтом. 4 или больше. 4 и больше. Так, у меня баблы кончились, если что. Ну, вернулась. Жестко. Так, этот, который полувисящий, ебашит Алексея. Ему нужно... Так, у меня минус 1 у ворот пока. 6-10. Хорошо. Мимо, ебать. Этот что? Ебашит по графону. Ему нужно 5-8. Сука. Попал. 20. 20. Этот чел тоже целится в тебя и пытается подстрелить. Ему нужно 5-8. Мимо. Мимо денег. А, не, он попал, да? Ну, попал. Просто попал, да. 5-8, да, все, пожалуйста. 20. Это тоже по мне, да? Да, по тебе. Mm-hmm. И разворачивается, и в Алексея тоже стреляет. Ему нужно 6-8. Ого, он ускоряется. Теперь два раза стреляет. 6-9. 40 урона в Алексея. Притом. Ебать. Стоит, пердит. Защита без такой... 2, раз, два. Урона. Блядь, хуёво. Хуярит в этого. Ему давай, нужно... Маргарита. Ему нужно 5-9. Да сука! Он не попал, и пока стрелял, у него погас пламя ада, он такой: «А, блядь, что с вилами?» Бля, тебя что, кикнули? Ладно, хоть платье не кикнули из ада? Кикнули из консты, кикнули, блядь! Ваш ход. Бля, ну нужно тем, у кого не так много урона, попробовать вот этого убить. Ну да, ты, Алексей. А я пока попробую, например, кто-то самый... Ну вот этого, Калёна вот этого, попробую сейчас, давай. Этому калёному. Графон, может быть, поэтому. Поэтому ударит палкой. Вот поэтому палка, да. Я, вот я, поэтому... я бы Радоса хильнул, на самом деле, лучше бы. И Алькора лучше похиляй. А у Алькора сколько хп? На Алькора... Радосе бабл, а у меня 19 сейчас. Да. А, тогда я тебя похиляю. Так, вот этого с критом хуярю. Я лучника добью, ребят. Хорошо. Попал без крита и сразу же юзаю этот, пробивную. Пробивающий выпад. Получается, наношу ему сколько? Автоматически, да? Не-не-не. Да, автоматический, да? Выпад. Да, потому что 4. Он 2 требует, у меня 7. Значит, 4 требует. Ну, еще 8. 28 плюс 8. 28 плюс 8. 36 не, не, урона. Не-не, 26 плюс 8, вот так правильно. В левого 42. Или в правого? 42. Вот в этого правого 42. 26 плюс 8, 42. 26 плюс 8, 42. А, 34 урона в него. 32. Вот в этого, вот 34 вот в этого. Да, 34. Она прям как с метанастройки. Да. Слушай, а ты не хочешь бухгалтером ко мне в компанию устроиться? А, убил, убил. О, ну пойдет. Экзект ты убил. Заряд один остался. Делаю, смотрите. Делаю шаг сюда. Угу. И стреляю в скавана. Огонь. Лучника. Давай, давай. Давай, Радос, с критом нахуй в него. И... Ну, я попал. На 25. Перезаряжаюсь. Окей. Но ты не сказал, что? Ну, так же, так же. 1, я 2, не буду, да. У тебя теперь всегда так будет. Да, да? Я же говорю, да, я окей, не буду менять. Хорошо, перезарядился. Его, хорош. Бля, хорош, что заточили, слушай. Лиза. Текс. Так, у нас 2 что? Раненых. Вот это да что... Слизь со скавина. Он мертвый. Все, пусть лежит. Он, кстати, превратился в дым. Все, и исчез. Да, да. Я предлагаю, чтобы Лиза добила. Смотри, Лиза, сделай шаг сюда, вот сюда, и можешь стрелять спокойно вот в этого. А графон просто стрельнет в этого. Но, не... Но зато останется один вот этот. И убьет Алькора следующий. Так они ходу, проще. А Алькор потом сделает раз вот этого. И два. А так погоди, остался. У них следующий Алькор ход сходил, будет. А, еще да, один ход будет, и все, да. Может быть, я все-таки попробую с ножа, чтобы обоим нанести урон? Если давай мне попробуй крит. С ножа. В смысле, а как да, обоим? Как обоим? У крита еще один удар будет. А у Лизы криты уменьшены, то есть у нее не 10 нужно, а сколько? Так она, Лиза, могла бы отойти сюда и стрельнуть спокойно. Так она может, смотри, она может с ножа убить вот этого, да, и если и с критом, то еще вот этого пизданет. Так она не убьет, она просто пизданет на урон. Зато пизданет. Ну, а этого пизданет, кто-то бьет. Да. Вот с этим, ну, конечно, либо проблема. Либо я могу отойти и просто убить. Мы просто либо убиваем сейчас двоих, чтобы не потерять, и останется один. Да, Алькор, конечно, под вопросом в таком случае, потому что я шарю, что его пизданут. Ну, давай тогда... Давайте я отойду, убью лучника. А графон похилит. А графон да? Тогда лучше похилит, наверное.
Давайте. Жалко, что мы этого не сможем убить. Отошла. Стреляю поэтому. Огонь. Пары. Можно без крита, Лиза. А ты уверен, что его убьете? Нет, лучше с критом. Я тоже. Эй, Лиза, сколько у тебя урона? 15. 16. Бля. 7. Попало. Попало на 2? Наверное, нет. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там по луку. Лук, точность 5, по-моему. 5. Нет, 4, 4, 4 за графона и минус 2. От 3. От 3. От 3 только мимо. Попадает. Мимо. Ну все, я возьмула. Так. Ну да, не убили, и Алексею кобыла, нахуй. Не, ну сейчас меня похилит графон. А, у меня вопрос еще раз, а почему у Лизы у тебя минус 2, кстати? Не, мне просто интересно. У на нее точность? За точность один, один у нее за локость, от локости. Один за графона. Понял, угу, все, тогда все верно. Ну, тогда графон только хилит, я не знаю уже. Да. О, блядь, другого варианта нет, ну сейчас Димас ходит, если что. Ну да. Ну, Димас, я чё, у меня вроде а Димас, есть второй фир? У тебя есть еще да, фир? Да, 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 есть. А, ебать. Давай он на флоу вот закину. Да, я бы на вот графон, это... Графон, ты можешь спокойно расхиляться, у тебя же есть я тогда поднимаю руки, точнее, да руку нет, и... Да нет, я не боюсь хилять. Он боится, что он что-то поднимай, не поднимай, выдержит. Поднимай, поднимай, Димас. Да. Так страшно, поднимаю одну руку и такой, о, да. Сука, бойся, блядь. Понял. Как Гитлер, давай. Вот именно, я сейчас хилю с критами, я... Ну, мне кажется, он не испугался. Я тоже так думаю. А у Димы нет, если что, переброса кубика? Нет, уже. Нет. Просто смотри, я сейчас хильну Алькора с критом, опять обосрусь на единицу, но Алькора хватает. Сдохнет, блять. Давай я делаю все, что в твоих силах, короче. Хилька хочешь. С критом или нет? Хилька хочешь. Доктор, давай, вам виднее. Блять. Подкрутка, Блэс РНГ, ни разу еще, кстати, не выкидывал нолик. Дай нахуй, блять. Почему? Ну, у меня нет критов магических, да. Никаких. На 28. У тебя нету ничего на минус 28 похилился? В смысле, у меня нету критических хил... Ну, критического урона, ни у кого нету урона, да, нету. Такого. Кроме у ловкачей и все. Да. Может, на 28. У тебя с пушки на 28. Там? Нету у меня ничего, Лиза. Ага, похилился на 28. Мы все похилили. И... Димас походил. И получается, погоди, да. И хожу вот сюда. А ударить ты его не можешь, да? Потому что ударить ты не могу. Да? Стал, да, к скавину. Окей, этот скавин стрелок стреляет по Родосу, ему нужно 5-8. 20. Так, уворачиваюсь. И... Да, давай. Смачат. Там 40 будет. Я уже вижу. Блядь, ёб твою мать, а. Повернулся. Хорош. Ушел. И второй раз стреляет по Алексею. Блядь, он два хватит раза. Хватит два раза стрелять. Да. Рад. Рома подпал, хорошо. Хорошо. Знак показываю ему. Побежал дальше. Этот челик разворачивается и башит графона. Ему нужно 5-8. Итальянский знак — это моя фишка. Блять, не в этот раз, нахуй. Вторище выбросил. Пиздец, блять. 40. 40. Нормально, блять. Я жив. И второй тоже бьет тебя. И третий толстый, так, погоди. 40. Ну, в смысле... Раду бабл все еще висит. 6? Да. Ему не сбивали. На раду бабл? Да. Ты себе графон не слышишь? Не-не-не. А я на Алькорок остал, да, на Родосе нет бабла. А, то есть не погоди. Не-не, стой, ты мне кастовал, да, Родос на мне бабл. Что, Лиза? Мне бабл. Ты себе минусуешь за куртку и за... Да, я минусую, 5. Да, я минус 32 сейчас сделал. Второй тоже тебя бьет, ему 5-8 надо. У меня шапка, да. Попал, но без крита, 20. 20, минус 12 получается. Ну, я закончил, я в туалет ходить. Без такой, блядь, поджег пламя и стоит, пропускает ход. Здорово. Так, Алькор. Как пламя и ход пропускает, козел. Ну смотри, короче, вот этого, скажет, вот этого и вот этого вы сможете добить? Я добью вот этого. Вот я сейчас стреляю вот в этого. Вот этого добьешь? Потом. Я, ага, стреляю в этого. Все. И у тебя еще... Ага, супер. А вот этого уже, да, думаю, кто-нибудь еще добьет. Графон может автокастом его пиздануть. Какого? Вот этого? Вот этого, да, если что. Я постараюсь. О, а я, да, вот этого тогда попробую хуйнуть. Я единственное не знаю, использовать ли мой второй заряд тогда пробивающего выпада. Да, ну, да, чувак, ну пей. Ну просто там нормально урона будет, если. Ну это еще не конец, нам еще ждет, как бы. Там еще дохуя заходить, да. А и стой, графон, там... Мы у все тебя отдадим есть на медуза. Этих... Я, да, знаю, что да, мы медуза. Знаем. Еще розыгрыш бана вчера. Вы что, хотите розыгрыш бана пока? Что?
Плюс чат, чтобы но участвовать. Но ты восстановишь все скиллы. Фигово, Димасов, да, что у меня ни одного скилла нету, блядь, активного. Я все отдал. У меня все скиллы в кулдауне, блядь. Нет скилла, нет скилла, блядь, нет скилла. Пассивка, блядь. Вот смотри, Родос, вот у меня вот тут на вот этой доске, видишь? Как пингануть? Вижу, линеечку бери, лайн. Да, вот. Это Алом? Айсбласт Алом? У меня 2 и хила у меня 3. Алолом. Осталось, да? Да, да. Кто что сделал? Ждали тебя, смотри. Я так. Бью, мы договаривались тогда. Я, получается, фулова бью, да, пацаны? Да. Все, с критом бью фулова. Угу. Баус. Изай скилл. Думаешь, стоит? А он нет, а на сколько ты? На 50, ты он на 52 скажу. Ударит. Сейчас ну, скажу, хотя... сколько я ударю. Смотри, если... Давай сначала просто посчитаю критовый урон. Это ну, 18, 26, 50, это 18 52. Плюс 18, а, плюс, да, плюс 8 урона. Правильно? Да, я, правильно. Я же просто крит только от оружия иду, не крит от да, силы. Да, а, тогда понял. 44 дэмэджа я ему наношу. И если я ему еще пробивающим выпадом, то это еще плюс 8, и это будет 52. Но 44, мне кажется, тоже неплохо. Он не умрет. 44 тоже кажется неплохо. Он давай не 44. 52 он не умрет, я вот что думаю. Ну да, я ну, бы просто сохран... без... у, нас у нас есть припасы, мы будем их кушать? Не, слушай, это нелогично. Я думаю, силу скейленную тоже надо считать в криты. Тоже в криты. Ну да, типа, я же скиллы считаю со своей. Тогда получается... Это нелогично. Да. Тогда получается 18 плюс 8 умножить на 2, правильно? Алексей, у меня для тебя подарок, ебать, смотри. 26 плюс называется 26. Твой урон со всеми скейлами, блядь. О, силы и всей хуйни. Вот красный, агрессивный 50, такой. 52 урона. 52, 52 если урона. Со скиллом. Общий урон. А если со скиллом, плюс 8. Плюс 8. 26 от 1 удара. 60. 60. 60 звучит уже лучше. Ну что, со скиллом? Но давай мне со скиллом. Потом придется припасы юзать. Нормально. Окей, ну, тогда... может не придется, посмотрим. Давай. Ну только, в смысле не придется. Со скиллом без? Тогда давай со скиллом хуярю, 60, да? 50 дэмэджа. Ну живой. 50, и он живой, да? Да. Само собой. Хуёво, да. Там много приходилось. Блин, вот хуёво, блядь. Так, окей, и башу в этого. Огонь. Да какие здамэти, блядь. Yes. Промах. Перезаряжаемся? Да. Так, Лиза, надо лучника бить, потому что он бьет 2 раза. Угу. Перезарядился. Перезарядился. Кидайте, да, ты, Лиза. Радуй все остальные. Кидай, подержите подольше кубик. Не стесняйтесь его подкинуть высоко, а не вот так вот. Я вот так делаю пока, да. Я ну ты побольше, минимум. Побольше. Да сделай 4, вот делай 4 под... минимум тебе. Я иногда долго кричу, но иногда он падает сам по себе, когда ты даже спамишь. Так, давайте, я пока стреляю по лучнику. Ебаш. Критом без. Плюнула на стрелу, знаешь, чтобы еще ядовитый угу. Была. Да-да, с критом без. Критом. Так, а я по нему уже попадала? Нет. А, нет, я минуснула, понимаю. Миссанула. Баус. Мертв. А это с критом? Хорошо. Это не имеет значения. Он... А Лиза 2 раза умеет стрелять? Я нет. Там был вопрос, нет? Да... А, это нет, только для, для нет, ближнего? Нет, для нет, ближнего. Так, ага, далее. Ну, выбираем кого накапливаю. Бить. А, Бес не ходил, Димас тоже. Но Димас не сможет ничего сделать. Лиз поднял руку и покричать на них. Культёй их попугает. Видишь, Лиза, стой, стой, стой. Лиза, ты ходила? Да. Да. Только нет, что? И именно ходила в плане кубиков. А, по ходьбе нет, не ходила. Ходи, пожалуйста, наверное, вот сюда. Уйди. Или. Зачем? Потому что вернется скоро вот этот на твою, по твою душу. А-а-а. Я про него и забыла. Спасибо, да? Отойду. Так, итого, у нас 2 каленых и только одна атака у Графониуса, да? Так, все зашли. Да. 2 каленых и одна атака у Графониуса. Я один удар еще точно выдержу, даже если это будет критический. Ну, пей, один, поэтому мне нужно просто. Убивать одного из них, да. А, либо да. Убить, либо захилиться, чтобы выдержать 2. Ну не, давай не, тогда не, я убей. Так. Интересно, какой более каленый из них. Вот, вот тоже мне интересно. Но вот этого сколько? Ты на 60 попал, да? На 60, да. У него где-то, смотришь, наверное... на этого он, блядь, выглядит уже, блядь, ни живым, ни мертвым, нахуй. Он это 1 хп, потому что... Вообще, да, пиздец. Вот стоял там с тогда, одним да, хуярю вот, ой. Вот в этого хуярю айсбластом. Не-не, вот в это хуярю айсбластом лучше. Думаешь? Зачем да. Этот... А у нас еще у кого-то есть ход? Просто прикол в том, что зачем тратить айсбласт на этого, когда у него можно пикануть палкой просто его. Той, Родос, у нас у кого-то есть еще ход? Нет. А только у меня. Графон может 2 раза ударить айсбластом плюс палкой? Нет, нет, нет. То нет. Есть после хода графона они начнут ходить? Да. Да. Тогда надо убить этого парня.
Чтобы почему? Они не оба ходили. Ну, тогда не тратя из бласта, просто пиздани его палкой. Ну, а если, ну, блин. А если ты. Стой, а если ты, ты попадешь палкой, что тебе надо, чтобы палкой попасть? 4 точность. А ну... из бласта это типа какая-то супер крутая штука? Нет, а из бласта у него просто атака. Это сосулька, да. А, ну, там 15 урона, просто он не, не будет тратить ее. Ну, похуй, трать, заряда. Потому что у тебя один хуй бендуза есть. Так мы все равно, да. У тебя ну, все восстанавливается. Ну, кстати, да, логично. Хуй. Трать вот автокаст. Хуэр в этого автокаста из бласта. Без ходил, Октодон. Без крита, с критом? Без крита, без автокаста. Ну, убил. Просто. Он превратился в этот. Говно. Отлично. Ну, Димас тоже не стоит на месте, верно? Я ну, не знаю, типа, мне смысла подойти. Я подойти могу, но и все. Смысла не очень много. Все получается, мы походили. Да. Все. Да, Максим. Бес не ходил, он в этом ходе. Мишаня уже прям замутился, я прям видел. Бес прокинул крит хуёвый, поэтому он перезаряжает, блядь. Меня тут разрывают. Ручка так делает. Я такой думаю, ясный, блядь. Мысли считали. По движению понял, знаешь, чисто. Что там происходит? Ой, блядь. Так, все походили? Да, да. Этот бьет по графону. 5-8. Давай графон. Крит 12-10. Блять. Ну, минус 40. Я выдерживаю все равно. Хорошо. Я есть чем захиляться? Этот. Пойди. Раз, два, три. Все, походил. Ваш ход. 5 хп у меня на. Без ебашит по нему. Ему нужно 6-9. Блять, он бесполезный, сука, пиздец. Он бесполезный только в руках Максима, блядь. Но врагов в руках Максима, он, блядь, как это? Не, почему Максим, блядь? Бес на самом деле молодец сейчас пока что. Он нормально кидает все равно. А, сука. Ладно, графон, давай туда. Ой, я, да, раз. Я с тобой пойду. Два. Просто ты, когда он делает хорошее, не замечаешь этого. Когда он фейлит, ты сразу это обращаешь внимание. Да, реально, нам нужно 100% убийство вот этого, потому что есть шанс, что я нахуй не выживу. Так мы этого убьем, в смысле, что? Стоп, у меня вопрос. Как Лиза может вот это взять на себя? Зачем? Что это означает? Нет. У Алькора 26 урона. Мы с Алькором сюда идем, убиваем этого. Если я кританул, то мы вот его точно убиваем. А вот этого вы, по идее, должны убить. А этого вы должны убить вдвоем, да? Да. У Радуги перезарядка прошла. Ох, закон подлости, я стреляю, блядь, в этого, да. Ну да, уже да, все нормально. Алькор, стреляй. Архара, можешь сюда, Алькор, встать и бить вот отсюда, слышишь? Подожди, Лиз, что ты предлагаешь? Я не совсем просто понимаю. Ты предлагаешь убить 100% вот этого? Урон, чтобы наверняка убить вот этого? А потом иначе он убьет графона. Так. Да как он убьет графона? Мы же ходим. У графона еще есть автокасс, да, мы вы сейчас ходим. Вы музыку не забыли? У меня играет. Не, у графона меня есть автокасс сосульки, в случае чего. Все еще. И ты еще вот поэтому выстрелишь. Но вот этого мы не убьем. Вы хотите сказать, что у этого больше 26 хп? Вам не хватит 26 хп, чтобы убить дело этого человека? Дело не в этом. Дело в том, что я даже поэтому могла бы разложиться. Anyway. А ты наносишь ну, за 15 урона, а Алькор наносит 26. Почему ты и хочешь именно в этого 15, а чтоб я 26 хп этого отдал? Если вы его убьете в раз, то окей. Я просто думала по нему разложиться, чтобы криты... Нет, есть шанс, что мы этого не убьем в раз. А, есть шанс, да, что мы понял. Этого можем не убить, блядь. Есть шанс, почему? Да. Почему? Ну, небольшой блядь, шанс есть. Если кто-то не выкинет, да, есть шанс. Да, если да в смысле? Мне кажется, ты автокастом этого убьешь, если что. Слушай, ну, давайте вот мы будем просто надеяться. Проскипайте, я выстрелю, окей, и мы посмотрим. Мы можем просто с Алькором проскипать, все верно, Лиза говорит. И это проверим, давай? Давайте. А мы потом сможем уходить и вот, бить? Да, если... а вы вдвоем можете скипать? Ну, я, ты нажимаешь, ты говоришь, ждешь, я говорю, жду, и парни, ходите, Лиза, ходи. Стреляй, понял. Допустим, вот в этого. Стреляй тогда, да. Окей. Если так можно делать, то... Кто делает? Лиза стреляет? Да, я. Лиза стреляет в этого. Ой. Ну не попало и с хуёвым. Я ровно... про это и говорю. Типа попадание есть по нему или нет? Нет, попадание есть. Есть да. Попадание, да. Значит, 4, да, есть. Значит, он просто отбивает стрелу. Хорошо, окей. Ну попробуй автокаснуть. Попадаешь ему в наплечник. Димас что-нибудь делает? Ну я могу подойти посмотреть, типа если ходить. Я понял. Да, подойди, ну блять, я все скиллы отдал, я полностью все отдал, графон. Нет, подойти палку удари. У меня у меня нога вы не починили ногу, я не могу подойти близко. Тогда я. Получается, и мой ход сейчас, да? Да. Видимо, все это время вообще не двигался. На ход. Отошел. Я подойду, меня пизданут, у меня хп минус 25. Давай, крит, не крит. Из-за руки. Без крита, на 15. 15. У тебя 50 хп. Убил. Ну, да. И два раза. Хорошо, все. Вот, все, слава богу, теперь блядь. Теперь я раз, два и вот этого хуя... Я вот этого хуярю. Хуярю. Критом, разумеется. Блин, Алькору надо поменять цвет.
Я всегда, когда смотрю на его тел, мне кажется, что каленый. Угу. Вечно каленый. Попал, но без крита. На сколько? А у тебя на 26 минус, да, урона. Да? Не. На 26? Mm? Ну, живой. Живой, дай поменяю себе цвет на розовенький. Хочешь розовеньким буду? Нет, это уже я! А, ладно. Кто следующий? Mm. Я. Родос? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Ой, блядь. Не ты попал. Ты промахнулся и не попал. И, да, да, да. Ебать, Раду. Ты пока дострелил, отдачи отнесло, нахуй, блядь. Упал. А что ты сделал с его оружием, блядь?